Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Toyota Camry V40 2007 года выпуска. Объемом 3,5 литра 2GR FE. Пробег двигателя составляет 114 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.